Включаем запись. Так, карта мир. Использовать этой карты невозможно. Не соответствует условиям системы Apple Pay. Да? Ну ладно. Все. Теперь мы включаем этот телефон. Через сайт. Находим его и блокируем удаленно. Телефон. Ё-моё. А, надо пароль ввести. Вот, ввели пароль. Все, теперь нам надо подтвердить Apple ID. Заходим в настройку и вводим пароль. Все, вошли. Вошли, проверяем. Нажимаем оплату. Та-та-та. Карта Мир золотая готова. Ваше устройство. Поздравляем вас!